Ружье «Сайга», раскладной автомат Калашникова и бронежилет. Гости в голубых беретах пришли не с пустыми руками. Оружие можно потрогать, форму примерить и обо всем спросить. На встречу с детьми десантников в день ВДВ пригласил депутат городской думы. Идею поддержали в общественном совете МВД. Чтобы они тоже гордились армией, гордились людьми, которые носят погоны, военную форму. Дети ведь это наше будущее. Они будут рулить этой страной. Нам со временем придется передать бразды управления. А для этого мы их должны подготовить. Закладывать все основы, общий подход, общие принципы воспитания любого человека, что он должен знать с малолетства, чего он должен чтить, кого должен помнить, что должен уважать. Вот это самое главное. После торжественного приветствия ребята разделились по интересам. Пока одни разглядывают оружие, другие расспрашивают о прыжках с парашютом. 100 квадратных метров специальной ткани для десантника словно крылья. На счету этих бойцов десятки прыжков. Делятся впечатлениями о первых полетах и секретами, как правильно сложить парашют и при этом уложиться в 40 минут. Впереди эстафета, танцы и подвижные игры – любимые занятия воспитанников лагеря. Смены со спортом у нас все дружат. То есть в каждых сменах у нас проводятся спартакиады, спортивные мероприятия. Мы ходим в соседние лагеря, проводим совместные игры – футбол, волейбол, баскетбол. Поэтому со спортом мы неразрывны. В завершение гости пожелали детям настоящего десантного здоровья и такой же дружбы. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События.